Лотарий вышел вечером на дорогу. Она велась, велась перед ним и исчезала в долине. Когда вы смотрите на нее, и когда она, пустая, тянется вдоль перед вами, то она возбуждает какое-то чувство ожидания. Вам становится грустно, и перед вами ложится широкий след людей, и никого на нем не видно. Вы смотрите туда, где дорога сливается с небом. Вы знаете, что она еще все тянется. Туда, далеко-далеко, душа стремится за нею и летит. Летит, а перед ней все даль туманная. Это чудное состояние, какое-то безотчетное, безграничное стремление. Но верно, вы сами испытывали все это, когда в деревне вечером выходили на дорогу и смотрели вдаль. Грустно было Лотарию, но сюда примешивалось еще и другое чувство. Он смотрел и ждал, не едут ли, но нет. Одна пустая дорога лежала перед ним, и ничто не оживляло ее.